Здравствуйте. Здравствуйте, я тоже здесь работаю. Здравствуйте. Это один или оператор. У меня Рудольф меня зовут. Рудольф, как Адольф, только Рудольф, походу. Жорик, вино убери, у нас про здоровье программа. А все, убираю, убираю. Давай, запускай шарманку. Да я уже запустил шарманку свою, я готов, можем начинать программу. Давай. В эфире вы смотрите телеканал Севкав ТВ. Ага. Самый мощный телеканал всего мира в отце, из Ставропольского края в частности. В студии, как всегда, я, ваш любимый Жорик Вартанов. Добрый вечер, многоуважаемые жители Пятигорска. У нас в эфире программа «Кавказский фитнес». Ну, скажи, оператор Рудик. Нет. Оператор, хватит, не вмешивайся, слушай. Какой оператор Рудик? Я, Жорик Вартанов, ведущий. Все. И у нас в гостях очаровательная гостья. Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер. Жорик! И сегодня Катя будет учить, как правильно питаться, как правильно тренироваться и так далее, короче. Катя, Вася, расскажите, что делать тем, у кого как бы небольшое пузико уже появилось. Лишний у кого вес. Лишний вес, не указывай мне там, и у кого лишний вес, у кого, ну, как бы настолько большой целлюлит, как бы, что правильно сказать, что не у него целлюлит, а у целлюлита он, короче. Это ты точно сказал про себя, да. Ну, прежде всего, распорядок дня. Ага, итак, распорядок дня. Да. Подъем в 6 утра. Подъем в 6 утра. Что? Что? Говорит, подъем в 6 утра. Что ты удивляешь? 6 утра? Как можно вставать в 6 утра? А что в 6 утра? Не понимаешь, 6 утра что такое? Что? Я ложусь, Вася, только вот в 6 утра. Пока домой приду, пока туда-сюда, пока форточку открою, пока Тата Симоняна послушаю, джакузи, там приму все дела, пока вертолеты мои пройдут. Слушай, слушай. Что ты несешь? Какие что? Вертолеты? Хватит. Это программа про здоровье. Ладно, слушай, извините, ради бога. Итак, и продолжайте, и в 6 утра подъем, дальше 6 что? 6 утра подъем. После этого идет легкий завтрак. Легкий завтрак. 30 грамм овсянки, ломтик яблочка и 45 грамм сельдерея. На тюрьме, походу, лучше кормят. Что ты несешь, Жорик? О, я извиняюсь. А что? Что тебе не нравится? Мне не нравится, что ты... Твои комментарии. Сколько можно комментариев? Это фитнес-инструктор или Геббельс вообще? Целлюлитный колобок ты. Извините, ради бога, Катя, тысяча лет, я просто удивлен, как можно... Так завтракать, не понимаю. И что после этой дохлядской трапезы делать надо? После легкого завтрака так. Мы переходим непосредственно к фитнесу. Включаем так. Легкую приятную музыку. А, лезгинку, наверное. Слушай, лезгинка это легкая музыка, разве? А что? Ты один раз пьяный танцевал, сознание потерял. Это что за легкая музыка? Давай не умничай. Так, и что? Переходим к очень важной части фитнеса. Так. Это медитирование. Так, медитирование, ага. Да, медитация это очень важный момент. Снимите одежду. Устройтесь поудобнее на диване. Закройте глаза и начинайте медитировать. Вот вы, например, сколько раз в день медитируете? Если эротический фильм посмотрю, 3-4 раза могу стопудово, короче, медитировать. В каком смысле? Что ты говоришь, Жорик? Ну, в смысле, ну, конечно, я когда молодой был, маленький, я... Там и больше медитировал. В армии вообще мне говорили, король медитации. Ты что ты несешь? Что ты несешь, Руди? Медитация это совершенно другое, нежели то, что ты подумал. Медитация это духовный процесс. Человек закрывает глаза, просто думает. Ты что имел в виду? Попалился перед всем Пятигорском. Ну, выключай камеру, быстрее. Что выключай? Уже камеру все выключай. Уже все увидели. Женщину пригласили, слушай, себе фитнес. Все, на этом наша передача заканчивается. И походу теперь по жизни у тебя кличка будет король медитации. Уходи.